Ритуал от врагов на картах. Порча. На любых игральных картах, с любой колоды. Колода после годится только на ритуал. Первая. Масть пик. На смерть, тюрьму, инвалидность, заточение, разорение, преследование кредиторов, бандитов. Второе. Масть крести. Судебные преследования, преследование государства, безработица, фальшивые документы, подставки, тюрьма, дом престарелых, везде обман и ложь. Третье. Масть бубен. Денежная порча на здоровье, разорение, лишение имущества. Деньги утекают в никуда. Порча здоровья, хронические боли и болезни, крах финансов и здоровья. Четвертая масть черви. Порча на одиночество, на лишение недвижимости, депрессия, душевные и психические расстройства, безумие, без крыши над головой и в одиночестве останется человек. Первое заклятие на масть пик. Один раз. Порчу навожу на разорение, на смерть моих врагов, их родственников, всех, кто им помогает. На их заточение, чтоб их преследовала любая власть, долги, нищета, маята, безвременная кончина, инвалидность, тюрьма, ужас и кошмар. Вот все, что у них останется. Высшая сила, мне помоги, за обиду мою горькую врагу отомсти. Тебе месть и расправу передаю над врагом, прошу и заклинаю. А мне их имущество, здоровье и деньги отдай, а мои несчастья, болезни, проблемы, безденежье пусть враги забирают, заклято. Карту закопать на любом перекрестке, лучше в центр, в песок. Откуп не нужен, вы просите защиты. Карту закапывая, пронзить атаму. Второе заклятие на масть крести. Один раз. Порчу делаю врагу на судебные преследования, на суд, на тюрьму, на преследование бандитов, кредиторов и властей, чтоб за любую бумагу тебя все преследовали, чтоб осуждали за любой поступок и проступок, и все отворачивались. Нигде тебе помощи не найти. Друг предаст, власть погубит, система разорит. Любую недвижимость потеряешь, стабильный доход утратишь. На улице жить придется. Безработица тебя всюду найдет, начальство не взлюбит. Власть осудит. Высшая сила, вступись. На твой суд выношу обиду мою. Заступись за меня. А за боль и обиду мою прошу имущество и здоровье и денег врага. Мои болезни, проблемы, несчастья на него переложи. А меня освободи от горечи и невзгод. Его недвижимости лиши, а мою утрой. Прошу тебя, заклинаю. Откуп не нужен. Карту закопать в центр песчаного перекрестка, закапывая карту пронзить атаму. Третье заклятие на масть бубен. Один раз. Порчу налагаю на врага. Имущество враг лишится, полностью разорится. Источники все денежные пересохнут. Все дороги закроются. Все вклады обанкротятся. Его здоровье пошатнется и рассыпется. Деньги будут сквозь пальцы утекать. Хронические боли и болезни наступят. Крах финансовый придет, здоровье навсегда уйдет, горе сломит, ничто тебе не поможет. Высшая сила, за обиды мои врага разори, здоровье лиши, а мне в компенсацию его имущество и здоровье подари. Он будет маяться, ему мои болезни и денежный застой, крах отойдет, мне его недвижимость и доход перейдет. Прошу тебя, заклинаю.
Карту закопать в центре любого песчаного перекрестка, закапывая, пронзить атомом. Все варианты действуют сильнее и быстрее в морской зоне или вблизи кладбища, или на кладбище. Четвертый вариант. Заклятие на мазь черви. Один раз. Порчу навожу на врага моего. Пусть безумие, одиночество и страх станет его спутник отныне. Везде одиночество он найдет, имущество потеряет, психические расстройства взамен обретет. Останется в безумии, в одиночестве, без крыши над головой. Высшие силы, пусть ваш суд исполнит просьбу мою, а мне за обиду его имущество отдайте, мою депрессию устраните, друзьями и любовью меня наделите. Прошу вас и заклинаю. Карту закопать в центре любого песчаного перекрестка, закапывая, пронзить атамом. Откуп не нужен. Атамом пронзили, осталось закопать. Ритуал я доделаю. Налагайте свои проблемы, несчастья. Совершенно бессмысленно делать просто обратку. Ничем не отвечая, врагон от своего же отходит быстро и дальше продолжает. Вы ничего не получаете. Одно горе, это длится десятилетиями, люди рассказывают, 20-30 лет. Надо защищаться. Это первое. Во-вторых, просить, чтобы вам вернули утраченное. Если вы не просите, никто вам возвращать не будет. А еще с компенсацией. Вот, посылка готова. Буду закапывать.